Всем привет, меня зовут Ася, это программа «Простые действия», и сегодня я играю с Лерой! Привет! Правила очень просты, у нас есть вопрос, у нас есть действие. Если человек не отвечает правильно на вопрос, то он обязан взять действие. Мы можем начинать. Что? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Что все люди на Земле делают одновременно? Справляют Новый год? Говори. Живот. Что? Мне уже не нравится. Я вообще уже всю свою жизнь без дискотеки тут нахожусь как-то. Рассказать культурно анекдот. А я не знаю анекдотов. Было дело в 10 классе. У учительницы по физике была ошибка в решении. Там было большое решение. Я ей сказала то, что имя, фамилию, имя, отчество у вас с ошибкой там. Вот. Она меня проигнорила, и уже скоро заканчивается второй год, как она меня игнорит. Вообще. На уроках мне можно не ходить, меня там нету все равно. Вот, это весело, можно на дискотеку. Спасибо. Стоит богатый дом и бедный, и они говорят, какой дом будет тушить полиция. Полиция не тушит. Я просто понимаю то, что я уже просто так вниз ухожу со своей логикой. Там одинаковое количество вопросов и действий? Окей. В каком городе спрятались мужское имя и сторона света? Владивосток? Это, короче, было на сайте викторины для 4 класса, поэтому я запомнила. Мне кажется, коробку действия можно убрать просто. На каком языке говорят молча? Ну, вот так. Да, язык жестов. Не подсказывай. Я не подсказывала. Это танец крабиков. Да ты что? Да. Мы вот провели разминку для мозгов, мы теперь умные с ней. А вы нет. До этого я не проводила разминку для мозгов. Где встречается такое, что конь через коня перепрыгивает? В шахматах? Я же говорю. За одну минуту нарисовать портрет своего соперника. Может быть, у меня есть свой видеоблог. Подпись поставь, пожалуйста. Подпись. Я хочу подпись, чтобы у меня была. Все. А ты можешь кого-то повесить так? Я предупреждала. Что становится больше, если его поставить вверх ногами? Песочные часы? Я поняла, что я не сдам математику в этом году, и в следующем тоже. Поэтому добавила в следующем. Набить 20 раз мячик. Я не футболист. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать, все, я молодец. Можно не продолжать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Кидай. Семь. Опа. Что станет с черным камнем, если он упадет в Белое море? Ну, ничего. Ну, ничего с ним. Он намокнет. То же самое, что и с конем было. На
спеть мелодию любой песни, и твой соперник должен ее отгадать. Это действие для меня или для нее? Давай пой. Можно поменять мелодию? Нет. Я не знаю эту песню. А такое нельзя петь на Ютубе. Я не провалилась, ничего. В смысле, не угадал популярную песню? Какой месяц короче всех? Май. Февраль. А по буквам или по дням? Ну... изобразить бревно. Ну все. Да, это то же самое было, как изобразить фарш. Твой соперник должен выбрать для тебя животное, и ты обязан его изобразить. Лемура. Короче, я король Джулиан. Всем привет, кланяйтесь мне. Я самый классный. Тяни. А я такая уже, это... Что-то хотела тянуть. Укусить своего соперника в колено. Я люблю кусаться. Серьезно? Что? Она любит кусаться, она не страшно. Я потом домой уйду. Беники ели вареник, еники, беники, бам. Так, ты выходишь. Нет, он вышел. Все правильно. До конца программы говорить с эстонским акцентом. Ну, окей. Добрый день, дорогие друзья. С вами Тося. Это программа «Вопросы или действия». И сегодня я играю с Лерой. Привет! Это была программа «Вопросы или действия». Подписывайтесь на канал Валерии. Ссылка будет в описании. До скорых встреч! Пока! Потому что мы эстонцы. Ку-ку-раскестисола.